когда, знаете, типа делают вот эти операции, как они натягивают так лоб, вот так. Концерт, да, понравился. Хороший был концерт. И он очень хорошо пел. И вообще хорошая атмосфера. Чувствовала себя, как будто бы это все сон. И ты дома. В Украине. И все хорошо. Такое мимолетное, знаете. Мимолетное такое состояние того, что ты как в прошлом, как в своей жизни оказался. Вот. Вам еще рассказать, как-то вы сегодня все какие-то очень уставшие, наверное. Да и тоже такая какая-то вообще немножко своеобразная. Все молчат, я молчу. Как-то не клеится у нас сегодня, да, эфир. Я какая-то уставшая, что ли. Не знаю. Он не ходит в садик. Не спрашивайте, почему. Что такое пи? Хотели какую-то гадость мне написать? Или что? Харьков, привет. Без свекрови вам будет тяжелее. Спасибо, что сказали. Не догадывалась. Где покупаете вещи? Вещи покупаю, где придется. H&M, Zara. Последнюю кофточку купила в Хьюго. Ну, какие-то такие. Нет, ничего там такого нет. В Нью-Йоркере бывает, тоже покупаю. Там бывает такое говно. Не, я подумала, не, ну я знаю, что вы не с негативом. Я просто говорю, что я что понимаю, конечно. У меня же еще бабушка есть, вы не забыли? Ой. Как вам нравятся новые рюмяшки? Офигенные. Они мне нравятся, потому что они офигенные. Они такое лицо делают, не знаю, свежее. Но сейчас уже, я уже полежала 300 раз, вытерла их, но они мне очень нравятся. Я не ожидала, что... Я думала, куплю, как-то будут слишком, они какие-то розовые, нет. Снимаю сережки. Добрый вечер. Будем ждать окремо, потому что я...
Потому что, ну, в смысле, потому что у нас трехкомнатная квартира, а нас тут 7 человек. 6 человек. Да, папа лечит. Ну, это не лечение, а просто поддержка. Пока организм его борется. Рак на 4-й стадии не излечим. Духи уже купили? Нет. Я жду, пока появится прекрасный принц и подарит мне духи. Считаю, что женщина сама себе не должна покупать духи. Один мне жених подарил духи, Прада. Я их передарила своей подружке Кристине, бывшей жене моего брата. Рак поджелудочной. Вот. Так. У меня пока есть эти духи. Каролина Херрера. Они мне нравятся, в принципе. Вот эти я что-то в Заре купила. Нафига я их купила? Вот такие. Похоже на Шанель Шанс чем-то. Эпфит Джуз. Есть такие еще, но это все. Это мой муж мне дарил. Я им не могу пользоваться, потому что запах несет в себе память. Best Secret. Чтоб не забыть, у меня такая память, блин, куриная, как у рыбки, знаете, то с мультика. Как она, рыбка Ванда или как? Ко мне подключаются. Ну, как общаюсь на немецком, так и общаюсь, ну, обычно. Сегодня к врачу пошла на немецком, общалась достаточно неплохо, и все поняла, и он меня понял, и даже было как-то прикольно. В магазине вообще, мне кажется, просто, что там в магазине. Это ж не то, что там какие-то темы такие сложные. Там. Много из Украины живет, да, общаются. Я не общаюсь с украинцами. Не участвую в этих сборищах. Я с русскими, с русаками общаюсь больше. Вот в этих сборах я не участвую. В какую там сторону креститься? А потому что не общаюсь, не хочу. Я ничего не планирую на будущее. Просто делаю то, что от меня зависит сейчас. А как дальше сложится мое будущее, я не знаю. Такая история тоже, я рассказывала уже здесь, что я решила зайти на почту недавно и все-таки посмотреть, когда же я отправляла документы на подтверждение диплома в Бонн. И нашла письмо, что 5 февраля мои документы были приняты. И я решила написать им письмо позавчера, да, что добрый день, так и так, я такая-то, такая-то, 5 числа вами были приняты пакет моих документов на подтверждение диплома. Хотела бы узнать, все ли хорошо, так как уже длительный период нет ответа. Оба, сегодня мне присылают подтверждение диплома. Я вообще просто в афиге. И мне там подтвердили, получается, и специаль, и бакалавра, и магистра. Думаю, да, не напомнила по себе вообще, еще, наверное, год забыли обо мне. Знаете, на таких мероприятиях все украинцы, они начинают вот эту вот историю такую, знаете, кто больше попал.
Я уехала, ничего не взяла с собой. Ни зимних вещей, ничего. Тяжело ж тащить было. Ой, а я вот это вот, у меня ж там все. Ой, а я квартиру сдаю. Там такие переселенцы, деньги не платят. Ой, а у нас вот это, надо поехать в Украину, надо домой съездить. Ой, а мы как пострадали, да мы выезжали, так тяжело было. И среди всех этих людей я стою и просто всегда молчу. Была я один раз на таком вечере и поняла, что больше я туда не пойду. Потому что там люди просто только о материальном говорят, что они бедные, там золото дома у них осталось или еще что-нибудь. Это не моя история, я не хочу. Я подтверждала, менеджер-экономист.